прикольную картинку сбросили ребята из команды. Напишите в комментариях, кто вы. Кит, кошелот, сколько у нас акул, креветок, крабов, осьминогов, рыб, там, дельфинов. Меня всегда поражало, как криптоны относятся с самоиронией к себе. И это, конечно, однозначно здорово. Поэтому пишите в комментариях, кто вы. Слышал где-то о крипте, и ты хочешь знать зачем. Теперь тренд на NFT, ты пришел на про блокчейн. Деньги твоя тема, так добро пожаловать. Всех приветствую в пятничном влоге, банда. Поздравляю всех с наступающими выходными. В пятницу в эту у нас уже, по идее, должен был стартануть пул, значит, ликвидити пул по токену DDAO. Это токен DAO, и здесь его уже можно будет купить на балансере, все в полигоне, все красиво должно быть сделано. Надеюсь, что все стартовало, и мы с вами успешно уже это все купили. Продлится он 30 часов, то есть, по идее, если он стартовал там в 9 по московскому времени в пятницу, то, соответственно, в 15 по московскому времени в субботу он уже закончится, и не пропустите этот момент. Мы постараемся ссылку в описании тоже вставить, то есть DDAO, это DAO DeFi Hunters, вот это его основной токен, вот его сейчас можно будет как раз в течение 30 часов купить, все, кто не купили, на любую сумму, как раз, которая вам комфортная, $500, $1000, да, то есть там будет 2 100 000 токенов, соответственно, если в средний чек будет там $500, то там, грубо говоря, там от 1500-2000 людей смогут комфортно себе все это дело купить. Вот. У нас в чате дефикантеров 1000 людей, то есть они уже что-то купили, кто-то из них еще пойдет докупит, да, и еще 48-50 тысяч людей у нас в чате, в общем, в Телеграме, в канале, да, соответственно, я думаю, что все, кто желают, смогут комфортно себе это дело прикупить, имейте это в виду. Значит, мы заходили в кварц, закидывали на Кусами, на блокчейне Кусама, и нам давали приоритетное право купить токенов Unique Network на $2500. Мы, конечно, этим правом воспользовались. Потом был второй раунд, и мы сейчас тоже купили еще во втором раунде на $2000. Там на самом деле мог каждый, как говорится, потому что экосистема Polkadot это, ну, такое, и многие как бы не понимают. Всем очень лень, конечно, в этом разбираться, но мы на всякий случай закинули. Для чего мы закинули? Потому что, вот, например, на примере Мунбима он выходил, вот Glimmer, он на первом месте сейчас. Те ребята, кто покупали на private sale его, они покупали по 0,25 центов на $2500. Сейчас он стоит там, $9, грубо говоря, доходил до $20. Поэтому не покупать в приватных раундах, когда дают проекты такую возможность, это, конечно, наверное, расточительство, я называю. И риски не купить в приватном раунде, по мне, они больше гораздо, чем купить. Поэтому каждый, конечно, делает свой ресерч, но мы залетели в двух авокациях, купили, и слава богу. Еще небольшая порция новостей от Bybit, прям крепко ребята жарят. Значит, у нас Максим в Pro Blockchain канале, видите, у нас здесь 48 тысяч подписчиков, записывал буквально сообщение, да, которое говорит о том, что не забывайте регистрироваться, там сейчас проходят крутые лаунчпады, на одном из них мы уже сделали 30 иксов, ссылки тоже вот эти все, да, на регистрацию на Bybit лаунчпад будут в описании, ссылка на обучающее видео, как там работать, тоже будет в описании, прям на ютубе Макс записывал, и вот сейчас свежее, что нас ждет, это лаунчпад. Где тут у меня ссылочка? Значит, смотрите, GGM. Это версия Play to Earn легендарной игры Monster Galaxy. Вот для этого просто нужно иметь на балансе токены BitDAO. И, соответственно, вам будет возможность, кнопочку надо будет нажать, да, для участия. Отсчет у нас 4 дня, это я записываю в четверг, значит, завтра уже будет на 3 дня. Вот можно успеть на выходных все это дело сделать. То есть переводите на биржу немножечко токенов BitDAO, там, не знаю, 100-200 токенов будет достаточно, он сейчас не так дорого стоит, и при этом он еще и дорожает. Поэтому возьмите себе на заметку, Bybit сейчас крепко насыпает, и почти все проекты у них иксуют. Видимо, у них какая-то есть задача внутренняя, да, побороть Binance и вот стать следующей такой лидирующей биржей. И они прям активно за это направление взялись, нам прям сыпет все крепко. На первой 30 иксов, здесь, я думаю, будет не меньше, поэтому имейте это в виду, ребят. Вот вам смарт-идея по 3 соларису. Можно те 3 соларисы, которые у вас нафармливаются вот здесь в пулах различных, на фермах,
можно их перекидывать в пул Трисоларис, точнее, обернутый НИР Луна, например, да, часть, половину Трисоларисов. Все-таки Трисоларис надо чуть оставлять. Половину Трисолариса можно закидывать вот в пул Луна НИР для того, чтобы увеличивать немножко количество Терра Луны и НИРа у себя в портфеле, потому что это, наверное, тоже неплохой ассет, который может вам пригодится. Поэтому часть Трисолариса, который вы нафармите, можете перекидывать туда. Трисоларис дорожает потихонечку. Очень тут переполнено. Здесь видите, сколько всего. Вот в это все мы закидывали. И очень четко Мунбим прилетело. 1600 монет с 400 дотов. Это прям много. При том, что доты вернутся. Акала уже начислили там потихонечку токены. Кто-то из Кусамы начислил, но это мы потом будем сводить уже все, что у нас получилось. Но в целом как бы работает стратегия, посмотрим, что будет в этом году. Значит, смотрите, токен Lux Rare, о котором мы говорили во прошлом влоге и у нас на видосах, да, это ребята, которые отвампирили OpenSea, раздали часть своих токенов и запустили крутые фарминг штуки у себя на сайте. То есть это NFT Marketplace, типа OpenSea, но как бы вроде бы немножко поинтереснее с точки зрения вот фарминга и с точки зрения DeFi составляющей. Значит, токен дорожает, уже 4.63 он стоит, идет по ходу на пятерочку, смотрите, да, то есть мы сейчас почти в режиме АТХ находимся, возможно, как бы и пойдет потихонечку дальше, потому что действительно интересно, все работает по фармингу, и люди его сейчас, инвесторы, покупают для того, чтобы банально фармить. То есть смотрите, сингл стейкинг 929% на сайте, вот Lux Rare можете зайти. Мы здесь с Максимом стейкаем, сейчас не видно, я с другого аккаунта, но около 800 токенов мы закидывали, у нас уже 860, что-то такое. Ну, то есть летит прям крепко. И самое интересное, что здесь еще за то, что мы стейкаем, часть вознаграждений торговых комиссий прям в эфире прилетает. И вот этот APR, он состоит из двух частей. То есть смотрите, значит, 468% вам летит в Lux, и 461% вам летит в эфире, только вдумайтесь. То есть, и вот первые 30 дней прям будет лететь супер крепко, поэтому, видимо, вот этот токен продолжит пока что жариться. И есть, наверное, смарт-идея, можно прям прикупить этот токен без всяких даже токенов ликвидности, чисто покупайте токен, вкидывайте его в сингл-стейкинг, и вам будет лететь и сам токен, и эфир. Так что вот такая вот информация. Разберитесь немножечко с проектом Lux Rare и посмотрите, пока сейчас такие APR сладкие, можно на этом немножечко заработать. Вот абсолютно вам бесплатная информация. Вот так с утречка просыпаешься, выходишь, впереди речечка, горы, почти как в Альпах, смотрите, какие красивые. Попалась мне на глаза вот такая вот коллекция Bored Bunny, скучающей Bunny. Под всем известных, да, Bored Ape Yacht Club сделанная, но неплохо они развиваются, у них в инстаграме 67 тысяч подписчиков. Самая удачная инвестиция конца 2021 года, два пула у меня, один Трисоларис в НИР, во-первых, Трисоларис дорожает, НИР дорожает, Аврора дорожает, вот все, короче, что есть, дорожает. Здесь 35 тысяч долларов, и нафармилось у меня 262 Трисолариса за несколько дней, тут 500 долларов в этом пуле. И вот тут Трисоларис Аврора, тоже он стал оцениваться в 27 тысяч долларов. И нафармилось здесь 224 токена Трисоларис. Можно теперь зажигать. Кто катается на велосипедах, пишите в комментариях. Кто катается на велосипедах зимой, пишите в комментариях. На OpenSea вот так вот он выглядит. Я его сейчас поставил за 6,9 эфира, и мне уже посыпались предложения потихонечку, пока что в районе эфира. Видите, вот тут 0,85, 0,9, 0,92. Ну, то есть накидывают предложения. То есть, как бы, ну, так как я его купил за 2,59, естественно, я его дешевле как бы не буду продавать. Вот 6,9 пока поставил, но есть такая вероятность, что его могут за 6,9 купить. Я, возможно, потом отменю ставку. Я буду смотреть за флором. То есть, если флор по низам будет подниматься до 3, до 4, то, естественно, на редких нужно будет передвигать флор куда-то выше, там, за 10, 11. Ну, и так постепенно, потихонечку floor price двигает наверх. Так что вот такая вот история немножко вам про NFT. Краудлон на Crab Network, значит. Это те же самые чуваки, что делают на Polkadot Darwin. Они делают кросс-чейн бриджевание. Посмотрим. Они сейчас пока что здесь не доображаются, но они собирают. Мне кажется, что в этом батче они, скорее всего, займут место. Это пятый батч на Polkadot. На Kusami, извините, запустился. Поэтому, ну, как бы я в них
закинул. Мне вообще нравится идея кросс-чейн бриджевания. Кажется, она мне очень-очень успешная. 2022 год, это точно будет год даотизации, много будет дао-проектов, будут разные поглощения, вот, и мы как бы в стороне не остаемся тоже, тоже будем над этим активно работать, надеюсь, вместе с вами. Следишь за криптой,